Всем привет! Сегодня мы будем делать подделку из Лего. А именно пистолет, который стреляет вот таким вот бриком один на один. Для начала возьмем две плиточки 2 на 3. И тайл 1 на 3. А у меня тайл 1 на 2 и 1 на 1. Соединяем это вот таким образом. Делаем стенки для нашей конструкции. Теперь берем и для красоты делаем вот такие вот скосики. Один на один. Делаем крышу. А именно вот такую. И делаем поршень, благодаря которому мы будем стрелять. Он делается из тайла 1 на 4 и из тайла 1 на 2. Это дело вставляется вот так. Отлично. Теперь берем брик 1 на 1. Вставляем его вот сюда посерединке. Чтобы выстрелить, то надо нажать вот сюда. Стреляем. Стреляет эта подделка очень мощно. Ставь лайк, если понравилось. Скоро я выпущу еще одно видео. Всем пока-пока.